В театре «Около дома» Станиславского сегодня премьера. Спектакль «Пинтер для всех. Легкая боль» поставил Юрий Погребничко. Гарольд Пинтер, реформатор британского театра 20 века, писал в сложном жанре комедия «Угрозы». Яна Мирой делится впечатлениями. Гарольд Пинтер – один из главных авторов для режиссера Юрия Погребничко. Ключевая фраза героя нового спектакля «Легкая боль» – «Я всю жизнь работаю со временем и пространством». Слова справедливые и для творчества самого режиссера. В 70-е годы Юрий Погребничко играл в подпольных спектаклях по Пинтеру. Уже 30 лет в театре «Около» идет спектакль «Сторож». При этом Юрий Погребничко говорит, только сейчас впервые ставит Гарольда Пинтера. Он очень хороший автор, очень хороший. В смысле информативности, что ли, которую дают читателю, зрителю. То есть это вот один из самых крупных авторов 20 века, с моей точки зрения. Но я не очень грамотный. В словах Юрия Погребничко серьезная и ироничная интонации смешаны, как и у Пинтера. Чтобы настроить зрителей, в описании спектакля на сайте театра приводят цитату из Нобелевской лекции Гарольда Пинтера. «Между реальным и нереальным нет жестких различий, как нет их между истинным и ложным». Я уже много лет занимаюсь структурой пространства. В главной роли приглашенный артист Евгений Цыганов. Это его вторая работа в театре «Около». С творчеством Юрия Погребничко как зритель Цыганов знаком со школьных лет. Опыт работы с этим режиссером сравнивает с ощущениями от первого катания на доске в океане. Я говорю, да ладно, это со мной действительно происходит. Январь месяц, вместо слякоти и грязи, солнце и океан. И я действительно это делаю. Ну да, это же чудо. Ну, вот наша жизнь вдруг, которая, ну, по каким-то канонам, да, каким-то протекает. Вначале слова героя объясняют название пьесы. Легкая боль в глазах, как будто не выспался. Во второй половине спектакля тема возникает снова. Дело не в зрении. У меня отличное зрение. Мне больше всего мешает воздух между мной и предметом. Актеры говорят, это не тот случай, когда можно однозначно сказать, про что спектакль. Ну, наверное, он про жизнь. И про смерть, и про исследование структуры пространства и времени, в некотором смысле. И, наверное, это если про спектакль говорить. Ну, а вообще-то он растет из Пинтера. И то, чем занимается, наверное, Юрий Николаевич. Юрий Погребничко, по его собственным словам, занимается священным театром в терминологии Питера Брука. При этом режиссер уточняет, перевод неточный. Правильнее говорить о сакральном театре. В действительности, конечно, это все равно такой священный акт. Ну, априори. Априори. Хотя театр может быть, как таковой, как говорит Питер Брук. Ну, или грубый. И там все равно есть элемент вот этой тайны, да, тайны как-то вот возникновения из невидимого какого-то персонажа. На экране несколько раз появляются слова «бытие есть», а «не» не есть. И пьеса Пинтера, и спектакль начинаются и заканчиваются вопросительным предложением. Яна Мирой, Александр Садольский. Новости культуры.